Высокие награды первой, второй и третьей степени за особые заслуги получили сотрудники службы судебных приставов. Награждать лучших работников ведомства в знаковые для России дни – это уже добрая традиция. Альфия Минимулина уже 9-й год работает в отделе службы судебных приставов. Работа, по словам этой скромной женщины, сложная, но служить Отечеству для нее больше, чем работа. Здесь я работаю с 2007 года, и до этого еще у меня за плечами военная служба 12 лет. Так что вот вся жизнь, можно сказать, на службе Отечества. Своей заслуженной наградой за службу третьей степени Альфия очень гордится и говорит, что обязательно дослужит до высшей награды. В этом не сомневаются ее коллеги, которые тоже сегодня получили медали. Ежегодно к Дню России награждаются сотрудники за выслугу лет медалями за службу третьей степени, второй степени и первой степени. И также награждаются медалью ветеран Федеральной службы судебных приставов России. Всего ведомственную награду в отделе судебных приставов получили 14 сотрудников. Медаль третьей степени за 10 лет службы получили 12 человек. Медалью второй степени – один сотрудник. И высшей наградой, медалью первой степени за 20-летний стаж удостоился Павел Сингур. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».